С букварем прощаются, а со сценой знакомятся. Выступать совсем не сложно, когда помогают родители, а в зале друзья, одноклассники и учителя. Тема концерта – цветы. Стихи и песни, загадки и игры, добрые и злые персонажи. Некоторые элементы праздника для детей стали сюрпризом. За год первоклашки научились читать и писать. Это и демонстрировали зрителям. Впрочем, большее предпочтение девчонки и мальчишки в школьной жизни отдают другим предметам. Мой любимый урок – это хореография. Почему? Потому что там танцуют, и потому что там очень весело. Мне больше всего нравится физкультура. Почему? Потому что на физкультуре можно дополнять себе здоровье. Предмет у меня труд. Я люблю что-то развлекаться, что-то делать руками. Где мы делали крашенки из картона. Еще вспоминай. Все мы из пластилина делали картинки и грибы там лепили. Я научился тому, что никогда нельзя обижать людей, которые тебя не обидели. Просто не обращай на них внимания. Белая лилия – символичная награда первой гимназии. Медали с ее изображением и памятные дипломы первоклашкам вручила директор. А ребята изобразили цветок на сцене. Благодарность родителям и учителям, совместное фото на память, финал праздника. Его маленькие участники получили первую похвалу за выступление и отправились в класс с хорошим настроением. Тем более, что впереди первые летние каникулы. Александр Ковальчук, Дмитрий Коробков, новости телеканал «Луч».